«Кот в квадрате» от Кирилла Платонова. Слушаем тебя, Кирилл. Игра состоит из двух этапов. На первом этапе мы пробрасываем фишки, набираем их на руку, выпавшими значениями кидаем мы до трех раз, на третий раз мы уже забираем все, что выпало. Мы кидаем поочередно, чтобы можно было смотреть, что выбрал противник, и подстраивать свой выбор под это. Соответственно, на втором этапе то, что мы набрали, мы выставляем на поле. Мы начинаем со своего цвета и выставляем на соседние, но не по диагонали. Либо сверху. Соответственно, вот главная цель игры – набрать под своим значением как можно больше фишек. То есть вот такой столбик принесет синему 3 очка. Но если будет фишка красного сверху, то она принесет красному 4 очка. Смысл в том, что мы как бы начинаем продвижение и захватываем вражеские столбики и стараемся сохранить свои. Если сверху стоит крестик, то клетка уничтожается, то есть от нее нельзя ходить, и она не приносит никому очков. Максимальная высота столбиков 5 фишек. Так, значения определяются таким образом. Треугольник ставится на любой треугольник и на основании. Квадрат ставится на свой квадрат, на вражеский круг и на любой треугольник. Круг ставится на свой круг, на вражеский квадрат и на любой треугольник. Крестик ставится на любой значок. Вот все. Все правила. Давай пробовать. Понравилось? Выглядит как такой интересный абстракт с метанием. Важно набрать большее количество треугольников, потому что без них не получится расходиться. И стараться не набирать слишком много крестиков, потому что мы ходим до тех пор, пока можем ходить. А если башня? Момент строения. Надо ее аккуратненько восстановить. Мы ставим даже, если у нас не осталось никаких ходов, кроме во вред себе, мы обязаны сделать этот ход, если можем. Это нужно просто немного встряхнуть, и он как бы, какой стороной упадет. То есть сразу все? Сразу все? Нет, я сейчас подбираю. Просто важно то, что которые взяты на руку, их уже нельзя будет перебросить. Никита на лейт просто всегда играет. Ладно, еще. На третий раз уже будем собирать все, что выпадет. Пробуем. Первый ход, в принципе, всегда одинаковый. Да. Че, Никит, мозг кипит уже? Да, конечно. Так, а чтобы мне поставить, допустим, на треугольник? На треугольник, в принципе, все что угодно ставить. Все что угодно. Да, 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 все что угодно.
я отсюда могу ходить? Нет, от крестика нельзя. Забыл про это правило. Да, одного крестика достаточно. Никит, пока не победишь, домой не поедешь. А все, у меня же крестик, мне надо будет его ставить. А я дальше не могу двигаться. Это прикольно. И получается, этот ход последний. Да, и мне надо крестик ставить. А его некуда выставить, поэтому... Поэтому я ставлю на свой. Нет. Тут 5 фишек, и тут 5 фишек. Здесь крестик, значит, некуда его выставить, и он остается на руке, на этом игра заканчивается. Соответственно, дальше мы считаем. У меня получается 10, и у тебя там 10. Угу. Получается ничья. Да. Ничья? А этот не засчитывается? А, нет, да. Это засчитывается, 11. 11. Потому что крестик, один крестик, надо иметь один крестик. Слушай, ну, меньше 8 минут на объяснение правил плюс партию. Да. Быстро. Блестяще. При этом она как по ощущениям? Да, прикольно, интересно. Но... Мне кажется, можно разговаривать так. Бывало и так, что с четырьмя крестиками выигрывали. То есть тут зависит от того, как идти. То есть можно набрать больше треугольников и идти прям забивать крестиками. Да, да. То есть либо ты ставишь больше треугольников и атакуешь первым, а потом достраиваешь пару очков и выходишь. Либо тогда один крестик, чтобы заблокировать соперника максимально, а потом свой нарастить. Спасибо. Успехов проекту. Спасибо.